вечер! Это Оля Полякова и «Зорины яйца» — шоу, в котором звезды меряются своими талантами. Если проблема науки — это что появилось первое, курица или яйцо, то в шоу-бизнесе до сих пор спорят, кто появился первым — продюсер или его подопечный. Кто круче? Сейчас мы с вами разберемся. У меня в гостях продюсеры. Подопечные! Добрый вечер, дорогие мои! Есть такая поговорка, что если вас бьют по одной щеке, надо подставить вторую. В нашей программе вам понадобятся не только щеки, но и уши, и нос, и другие места, которые вы будете мне активно подставлять. И начнем мы, конечно же, с продюсеров. Они будут сами себя представлять и читать информацию, которую мы нарыли на желтых сайтах в интернете. Наташа, вы готовы? Ух ты, нормально. Продюсер, давшая дорогу в жизнь нескольким десяткам молодых артистов, тем самым оставив без работы несколько десятков старых. Народная артистка Украины, продюсер Наталья Могилевская. Под номером два у нас человек, который... Можно, можно, да? Да, давай. Единственный человек в мире, который способен давать концерт в Киеве, в то время как его мозги могут самостоятельно выступать в Николаеве, недалеко от правды. Продюсер, певец, шоумен Потап. Это великий человек, которому для того, чтобы выступать, совершенно не нужны мозги, видите, он выступает абсолютно без них. Под номером три у нас продюсер. Ти продюсер Притула? Я в шокі. Читай про себе, Сашка. Спочатку Сергій Притула привіз варіати шоу в Київ, щоб хлопці зробили йому ремонт. Виявилося, що вони ще й жартувати вміють. Очільник гумор-шоу варіати на новому каналі Сергій Притула. То я. Сережа, а що таке? Що з мужиками-то? Баби надоєлі? Ні, не набридли. Я, до речі, сподіваюся, що по завершенню сьогоднішньої програми ми домовимося з колегою по цеху, з продюсером Потапом, про те, щоб Мішель могла працювати і в моєму шоу. Так, продюсер Валентин. Мішель, походу ти пішла в розход. Ні, я стоюсь преданою. Преданою? Ти можеш при цьому залишатись йому відданою. І поки у нас... Звездно-боссы представились. Сейчас будут просто боссы, ну то есть боссы пока люди, те, на которых зарабатывают эти люди деньги, покупают себе яхты. Наши рабочие лошадки. Давай ехали. Певица, которая Наталья Могилевская, дала все. Популярность, уважение, даже денег на такси, чтобы сюда добраться. Участница группы «Реал». О, Наталья! О! Она... Наталья Могилевская! Понятно, она метит на твое место. Анастасия Востокова! 13-летняя, следующая наша участница, которая почитает, да, участница из Боливии, которую Потап привез в мешке со своего последнего отдыха. Давайте посмотрим. Последняя девственница Боливия. Давайте, Мишель, читаю. Мне 20 лет. Да что ты, что ты врешь? В шоу-бизнесе в 20 лет уже так не выглядят, девочка. Мне тоже 20 лет, а кто даст? После того, как Мишель Андраде стала подопечной Потапа, власти Боливии запретили детям выезжать на каникулы в Украину. Певица Мишель Андраде! Спасибо! Класс! У нас еще есть третий участник. До речи, да. Итак, шоумен та гуморист, який сміливо може назвати Сергія Притулу своїм другом, своїм кумиром, своїм господарем. Провідний актор варіати-шоу Володимир Жогло. Це я.
Владимир, скажите, пожалуйста, судя по вашей внешности, я подозреваю, что вы талантливы? Ні, дивлячись на мою зовнішність, можна зрозуміти, що мені платять їжею. Це перше. Платять їжею, так. І це абсолютна правда. Дивіться, в нас теж дуже, це дуже важливий момент, нам треба його да, зразу давайте, визначити. Давайте, зразу. Конечно, скажіть, що у вас нічого не було. В нас нічого не було, і тому в мене нічого не болить. Важливо. важливо знати, що Притула мені не продюсер. Притула, в першу чергу, мені кум. Так. А вже в другу чергу власник. В нас просто... До речі, я перший власник. Так, перший власник. Перший власник. Целофанів взяв. Та, до речі. Ви можете показати, от, як ви привітаєте його? Ви цілуєте йому руки? Ніколи в житті. Ні, він просто стає і кричить «Аве». Так? Прекрасно. Я, кстати, сразу хотела бы поставить. Я смотрю на троих ребят, на троих нас, и мы не понимаем, что происходит. Идея превосходства между продюсером и подопечными. Во-первых, они не являются подопечными. Это молодые, талантливые, потрясающие артисты. Все поняли, что единая людина, которая не понимает, что это за программа «Он там». Это люди, которые находятся с нами на равных. Мы договариваемся, что мы вместе делаем дело. Как это рабы на равных? На равных. Как это? Что это вообще? Наташ! До свидания. А ну вернитесь, это шутка была. Вернитесь. Я за него. Мэру Млынова мешок осыпки дал. Наташа, можно я сделаю тебе комплимент? Ты сейчас в одном раздвере своей подопечной. О. Смотри, как она выглядит, а? Это же просто невероятно. Молодец. А якщо зараз всем продюсерам треба йти обніматься, я тоже буду с Востоковым. Я не против. А будете ли вы обниматься или уйдете отсюда со слезами на глазах? Мы сейчас это узнаем, потому что начинаем мы наше издевательство. Конкурсы! Корпоратив! Существует выражение, что артист должен быть голодным. Мне кажется, это придумал какой-то сытый всегда продюсер. Я даже вижу, кто это. Потап, скажи, пожалуйста, вот я вижу, что твои артисты выглядят всегда сытыми. Сколько они еще будут работать за еду? Да посмотрите на Мишельку. Я вижу на тебя, что тебя пустят. А это да, это национальное, это не я, это национальное достояние Украины. Вот этот вот мозоль трудовой. Тут все нервы от этих артистов, потому что они говорят, где наша зарплата, верните паспорта. Нет, ребята, работаем. Работаем, ребята. Тем более, что основной заработок артиста составляют корпоративы. Девчонки, работаете на корпоративах? Конечно. Наш конкурс следующий так и называется «Корпоративы». Играть мы будем с вами в музыкальный стул. Смотрите, это очень просто. Играет музыка, вы бегаете, как бешеные лани здесь по нашему коврику. Когда музыка заканчивается, вы должны своей попкой занять стул. Кому не достанется стул, тот выбывает. Играем до последнего участника из команды. Все понятно? Давайте же начнем. Давай. Да, закрываем глаза. Плотненько. Вот так вот. Поехали, включаем ему зло. Ой, ничего не вижу. И свободно прощаю. Ищем. Кто это? Ищем. Это уже мужеложство называется. У меня одно питание. Это закончилось или нет? Да, еще. И что? Нет, шукай. Еще шукаю. Шукай, иди прямо. Чекайте обережно, я иду прямо. Люди, если вы тут есть, вибачте, если я наступлю вам на лице. Это мужчина, пота. Опа. Там пофиг, это шоу-бизнес. Это шоу-бизнес, тут все равно мужчина, женщина. Пота, иди сюда. Ты сейчас получишь... Спасибо. Вы видели, что только что произошло? Самовыручка и самоподдержка. В команде босса... Я свой честно нашла? Да, честно свой нашла. Но, Мишелька, открывай очки, дотя моя. Нет! Нет!
вот только что у Потапа была возможность отдать тебе стул, но Потап никому никогда свой стул не отдаст. Почему? Поэтому самые лучшие свои песни он поет сам, и я так и никогда не дождусь своей песни. Полякова, песню я тебе могу написать. Да? Да я тебя умоляю, ты шо? Заберите меня звідси. Я когда балуюсь, я когда балуюсь, пытаюсь что-то написать, все время песня для Поляковой получается. Мама, я хочу до мамы. Боже, какие придурки. Мишалька, иди Мишель, сюда, ну, на свое ничего страшного. Становитесь, продолжаем игру, включаем музло. Нельзя было поставить хоть один стульчик. Давай, 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 шукай, шукай, Наталі, в другу сторону иди. Давай, давай, иди прямо, прямо, Наташа. Прямо, прямо, Наташа, прямо. Как видите, пока действующий продюсер Леша отвернулся, продюсер Валентин шукав собі уединение на тому креслі. Молодець, Мішелька не дала йому себе спіймати. Я ж предана, я сказала. І Притула остався без стільця. Встаем. Смешно, потому что из меня только что выдернули стул. Это я была. Наташа. Что? Маска. Есть. Готово, поехали. Ой, прости, прости, ой, прости, ой, прости, ой, прости, ой, прости. Спасибо! Так. Да! Все, хорошо. Снимаю маски. Все? Да, я все. Я програв? Все. Я програв? Хорошо. Ти програв. Дякую. Ти програв. А чого це я програв? Тому що ти дуже повільно ходиш. Що таке? Що тобі мішає? Скажіть, будь ласка. Мені, насправді, повільно ходити мені нічого не мішає, я просто вважаю, що в моїй повільній ході вся моя сексуальність. Скажи, будь ласка, що ти там храниш? Я там да. Зберігаю все, що я зміг вберегти від Притули. Понятно. Квартира, все. Квартира, машина, діти. Діти, все тут. Жінка, причому перша і друга. Все проїв. Все проїв. Давайте начнем. Играйте, ищите, ищите. Уже? Да. Как ищите, да. Ищи, ищи, ищи. Что ж ты? А. Я тебя оседлала, и ты ничего не успел. Сбила меня с толку, подвела меня. Мое чутье продюсерское, ну ничего. Зато какие ноги я пощупал, а? Это вам не ножки стула. Иди, я тоже тебя потрогала и все забыла. Эти девочки только что нас уверяли в своей дружбе, в своей взаимоподдержке. Какие милые у нас отношения, да, вас? Да. А теперь сейчас мы посмотрим, как по-настоящему они относятся к друг другу. Включите музло. Да, еще не попал.
ищи. Ищи, девочка, ищи. Все правильно. Ищи. Не-не, назад. Назад. Ищи, куда приткнуться. Вперед, вперед. Ищи, куда притулиться, голый, да. Садись. Садись. Он вкусно пахнет. Вкусно пахнет? Вкусно пахнет. А можно я его тоже понюхаю? Наташа. Настя. Тебе что, не хотелось посидеть? Я хотела. Ну да, я, кстати, если бы знала. А можно я еще раз? Остановимся. Хочешь там вот так? Или сяду вот так вот? Я хочу увидеть твой взгляд. Это очень приятно. Ой, тихо. Сережа! Очень похоже на твою передачу, но немножко больнее. Наше фантазийное эротическое шоу продолжается со счетом 1-0. Выигрывают подопечные. Аплодисменты. Два в одному. Когда люди проводят кучу времени вместе, они, естественно, становятся похожи друг на друга. Поэтому, Настя, скоро ты станешь такая же мегапопулярная, как твоя продюсер. Мишелька скоро полысеет. А ты, Вова, начнешь тайно жить с педаном. Вот. Следующий наш конкурс так и называется — морфинг. Мы взяли в фотошопе, объединили две фотографии звезды. Вам нужно их разъединить, узнать, кто это, нажать на кнопочку и мне ответить. Смотрите, если вы нажимаете на кнопку, я даю вам 3 секунды на ответ. То есть нужно уже знать ответ, нажать на кнопку и потом мне отвечать. Это понятно? Да. Ну, Полякова, у тебя же получилось ведущая стать, и нам понятно. Все, давай. Давай. Так. Это Полякова с 3 секунды. Леди Гага. Леди Гагой, точно. Полякова с Леди Гагой. Разъедините этих двоих. Полякова и Леди Гага. Да, да, да. Мы выиграем. Да, мы выиграем. Да, да. Успокойся, дорогой, это был внеконкурсный конкурс. Мы не считаем это очко, поэтому садись. Если я знаю, что такое игрок, да, да, да. Чекайте, да. Тільки що була задача, значить, ми виграли, дайте нам бал. Це була репетиція. Сьогодні ви у нас в гостях. Бали будуть? І бал я вам не даю. А 1000 гривень? Никаких не 1000 гривен. У нас все деньги с передачи ушли на ваш гонорар, Наташа. Поэтому передачи больше денег нет. Ваня притулок, мы складываем гроши. Смотрим на экран. Давай. Югу! Что? Это Потап? Стой, стой, это Потап? Нет, это Потап и Дина Карель. Заволчи. Мы перші. Мы перші. Ты же им сдал. Что за программа? Потап, иди сюда. Садись на свое место и нажимай только тогда, когда ты знаешь ответ. Понял? Отвечает тот, у кого горит лампочка. У твоих подопечных горело быстрее. А у нас горели очи. Вот наши очи тут горят. Поки ви відповідаєте це, само мені. Собою. Это Тина Кароль и Потап. И Потап. Давайте их разделим. Нет. Куда? Нет. Куда есть такие? Нет. Это не справжний Потап. Вот справжний Потап. Тебе идут губки красные. Все в другой человек вообще. И наши подопечные получают 1 балл. А мы спрашиваем на всю страну у Потапа, хорошо ли ему было в Тине Кароль? Я вообще люблю в женщинах находиться. Ну, погружаться в материал, я имею в виду. Мы когда работаем над песнями, мы думаем о них. И я тебе хочу сказать, Тина Кароль хорошо везде. В любом уголке Тина Кароль. Продолжаем.
Так, це притулок. Кажіть. Це притула. І да. І жогло. І підпритульник. Давайте. Безпритульний. Безпритульний. Безпритульний, притула. Притула і безпритульник. Давайте, розділіть їх. Я і мій кум. Диви, який щасливий. А, кумовство. А? Єєє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 є
Але зауваж, без мене цього балу би не було. А, просто я хочу всі розуміли. Полякова хоче, щоб виграли у Тіво, тому що конечно, вона нам заздрить. Бо в неї нема нікого, ким би вона могла займатися, крім козів. У тебе є кози, нутрії. І чоловік. І чоловік. В принципі, все. Давайте третє завдання. Поїхали. Это Мишель. Нет, они отвечают. Мишель и позитив, время и стекло. Разделите их. Этот усач, я его узнаю мощно. Это позитив. Да. И Мишель Андрада. Показывайте. Жалейте нас. Так, це ББшка і Востокова. Ні, ми говоримо, це Могилєвська і ББшка. Це просто ББшка. Да, ви перші відповідайте. Це Наталія Могилєвська і ББшка. Я не знаю, хто ці люди, давайте їх розділимо. ББ-очко. Це стресно. Так, це Наташа Могилєвська і... Чим-то ви пахло. Продовжуємо. Так, это Шон Пен и... Мы первые натиснули. Да. Ни Корчева, или да. Горбакикин. Никитин и Ольга Горбачева. Они нажали, да, молодец. Вони не роздільні, бо вони муж і жона. Да, Горбатикин. Така любов. Сатана вийшла. Да. Тільки любов. Горбакикин. Да. Да, Никитин и Оля Горбачева. Горбакикин, да. Вы знаете, почему они быстрее? Потому что это последний шанс. Уже у них часики тикают. Они такие старые? Часики. А продюсер? У меня маршрутка на Гливаху. Давайте скорше. Так, давайте показывайте нам следующее изображение. Куда его? Да! Это братья Меладзе! Мы первые натиснули. Значит, Валерий Меладзе. И Константин Меладзе. Братья Меладзе. Дуже просто. Це два Меладзе. Що не так? Притула. Ми перші, на жаль. Тут я рішаю. Значить, пояснюю, ми були перші. Вони поки перші. Там щолкали. Веселі яйця. Золоті яйця. Зоряні яйця на каналі. Новий канал. Ми продовжуємо шоу «Зоряні яйця» на новому каналі. Секс Поляковою. Гей! Гей, давай тоже, давай. Боже, що це робиться? Мене чоловік в хату не пустить. Такое счастье, что у меня дома нету телевизора, понимаете? Потому что меня бы муж уже давно выгнал бы вообще из дома. Если бы увидел, как я тягаюсь по этим креслам с этими продюсерами. Как бы до меня не притулявся, притула. Как бы не хотел потоптать меня по тапу. Але вы были первые, дорогие мои. И отвечайте. Отвечайте, кто то был? Був Константин и Валерий Меладзе. Тьфу на тебе. Это правильный ответ. Правильно. Да. Давайте, покажите нам следующее изображение. Так, это... мы были первые. Питание есть? Я знаю. Есть питание. Кто? У кого? Горит? Я знаю. Молчи. Это Малая, да? По-моему, нет? А ну, улыбнись. Нет, не улыбайся. Улыбнись. Нет. Второй раз это не она, может нет. быть. Я знаю, кто второй раз мы быть не знаем. Может. Все. Настя. Ага. Хай скажет. Нет. На Настя с Сережей. Снизу. А ну, улыбнись. Каменских снизу. Нет, точно. Снизу Каменских. Может быть. Зуб. Раз, два, три. Фрейму ты, Настя Каменских. А вы что скажете? А это Настя Каменских и Катя Осача. Давайте их разделим. Катя Осача і Настя Кам'янський. Я сказав, чуєте?
А що ти скажи, ти до фрейму притулявся? Ні. Брехло. Міг би і не казати нічого, знаєш? Поїхали. Давайте. Есть! Так, все, да, мы за. Это Пугачева и Галкин, мы первые. Вы первые. У них было первое. Так, ты просто на нас не дивилась. Это Пугачева в 80-м, с Пугачевой в 90-м. Прекрасно, у вас есть шанс. Отвечайте, кто это? Это Пугачев, Галкин, нет? Нет, а кто? Это Пугачева и... Борис Моисеев. Да. Борис Моисеев. Покажите нам, разделите. Она разбирается. Итак, это София Ротару. И Алла Пугачева. Вела Шаре, вы не вгадали. А нам и не треба было. Никто не вгадав, и цей бал я никому не даю, а забираю его собі. Супер. Так, покажіть там следующее фото. Так. Ігор Кондратюк, вот, и так. Слава Фролова. 100%. Все, до побачення. СТБ, привіт. Заберіть його притулок кнопку. Це Слава Фролова і Ігор Кондратюк. Я знаю все. Будь ласка, оцього парня показуйте, це я. Ребята, зараз дуже напряжений момент. У вас 4 бали, і у вас 4 бали. І у мене залишився один вопрос. Поэтому кто зараз быстрейше нажме на кнопку? Че, рано. А? Боже, як та обезьяна з гранатою. Давайте покажемо нам фото. А хто це? Кажи. Раз, два, три. Це Джамала. І Верка Сердючка. А що скажете ви? Це Джамала, Верка Сердючка. Давайте їх розділимо. Яке страшне, так? Я би в житті не узнала. Яке гарне тепер. Так, а ми ж казали то. Ми перші сказали. Ми виграли. Ви виграли. Добре, добре. За що там? 2-0. Виграють і в цьому конкурсі. Подопечне. Хорошо ли вам? Хорошо ли вам, так, продюсеры? Запишем. Мишель Андраде. Нема музыки в этом шоу. Минус 150. Мишель, скажи, пожалуйста, что тебе важнее, вот эти бабки его бренные или выиграть? Дружба. Да. Мой сырок. Как отменили коммунистическую партию в Украине, да? Мир, дружба, Боливия, Украина, всегда. А мы подходим к следующему конкурсу. Ну, пасаран. Амигос. Амигос. На очереди музыкальный конкурс. И мы хотели бы вам предложить спеть не в совсем обычном караоке. Как говорят, из песни слов не выкинешь, поэтому мы выкинули из песни буквы. А натолкнула нас на эту гениальную идею вот такое видео. Я. Ах, удивительная. Я. И мы точно так же поступили. Вам нужно пропускать согласные и петь только гласные звуки. Справитесь? Не справитесь без мамки-то. Поэтому я вам сейчас покажу, как это делает. А петь я буду свою песню. А ну. Браво!
А-о-а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 -о
У меня вопрос. Как она говорила? Стоп, стоп, стоп. Нет, вот, почему вместо шлеп, между прочим, должно быть а звучало оп-оп. Можно узнать, почему? Да, Оль. О, шлеп, шлеп. Шлёп и шлёп пиши через О, я понял. Это буква Ё, это тоже гласная, поэтому это было... Да ёпперсатэ, чтобы задолбали показывать на мне, ну что вы. Ребята, я пела, как хотела. Ай! А что Оля говорила последний раз? Не зажжён. Я не знаю. Я зараз слухаю Ісуса. Они как дети, они как дети. И кто тут дети? Вы? Ребята, я могла эту песню петь как угодно, потому что мне за это баллы не ставят. Но у нас есть гласно-считательная машинка, которая после этого конкурса посчитает все ваши гласные. Если вы пропустите хотя бы одну или две, все. Мне понравился этот жест. Что-то из Бейонсе показала, да? Разошлась. И начинать у нас будут протежа, и будут петь они песню «Червона рута». О! Так, весь зал! Да. Это как гимн, это как гимн. Да, вместе, вместе. Вместе, вместе. Ага. Вот это мы сильно работаем. Если бы я знал, что она поет. Красиво. Так хор обезьяна. Ребята, вам может сейчас ваши продюсеры насчитать зарплату или вычесть, но наша гласносчитательная машина насчитала вам баллы. Вы готовы посмотреть результат? Да, да. Давайте посмотрим на экран. 78 баллов! Это, между прочим, отличный результат. Ну, чекай, 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 хай пофукай. Мы крутые. Притул, ты просто завидуешь. А можно им что-то с Эмінема? Зараз ми побачимо, як оці великі боси нам наакають, чи наоокають, чи може наеекають. Ви готові еекати? Оля, ми завжди готові. Я не поняла, а хто в цій компанії поє? Могилевська 40 років в шоу-бізнесі, вона готова в третій ночі співати. Що ти хочеш? Я вам советую вообще дати Наташі поспівати. Да, ми даємо. Ти що, з ума зійшли? Я цього не вмію делать. Ти що? А кто умеет здесь? Не, я вот это на гласные не умею. Я бы не радив Могилевский спевать, потому что даже когда она спевает Битлз, сюда получается лимоновый фонарь. Yesterday, all my troubles seem so far away. Я бы сказал вам заспевать что-то с Баста Раймса або с Эмінема. Да. Там много голосов. А спевать вы будете? Дуже классную песню. Что это? Чумачечая весна. Чумачечая весна. Поехали. Абсолютно точно. Поехали, погнали, погнали. Да, ну поддержите нас как-то, продюсеры. Дайте гроши. Три, два, один. И-а, и-а, о-о-о-а, у-а, и-а, э-а, и-а, и-а, а. И-а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 -
это следующий хит. Точно скажу, сколько это были баллов. Фредди Меркури и Битлз. 99. Знаешь, сколько баллов? 102. И Шер. Це був не Фредді Меркурі і Бітлз, це було щось страшне. Щось страшне зранку з душа виходить. Но не я здесь решаю, а наша гласосчитательная машина, которую изобрела я. Поэтому давайте посмотрим на экран, скільки ви наахали. Yeah. Ого! Один бал. Но если бы я в этом вам проиграла, это было бы слишком. Лёх, давай. Трио АЭИ. Браво. Наталья Могилевська, Сергей Притула. Та ОА. Баста Раймс. Та Баста Раймс. Вы сейчас мироточить начнете, дорогие Боб Дилан, продюсеры. Леша и Сережа. Наташа, чтобы меня закрыть, тебе треба стати на стілець. На стол, стол тебе ага. Не достанешь. На стол надо стать, да. Поговорила б ты так років 6 тому. Ну что, в этом конкурсе с разгромительным счетом. Победили боссы, акулы шоу-бизнеса. Читься, читься. Ну ничего, ничего. Счет становится 1-2 в пользу пока еще подопечных. Скажи, Полякова, да. Якщо тут перестануть включати твої пісні, ми виграємо. Не переставайте. Хай тут грають тільки мої пісні. Переходимо до следующего конкурсу. Браво! Все спільного. Говорят, что контракт, который предлагает подписать дьявол, намного мягче того контракта, который предлагает подписать продюсер Потап своим подопечным. Ой, ладно. Что ты говоришь? Нет, конечно. Что нет? Скажи, пожалуйста, Настя, чего тебе нельзя делать по контракту с Наташей Могилевской? Мне? Да. Ну, единственное, мне кажется, только мужиков нельзя друг у друга отбивать, остальное все можно. А что нельзя? А как? А как же это женская солидарность? Да то, что... Женская солидарность. Девчонки, кстати, но... муж у Востоковой но... ничего. Опа! Следующий конкурс называется «Что общего?». Сейчас на экране появится изображение трех звезд или персонажей, или, я не знаю, там может появиться, что хочешь, даже твоя кепка. Они объединены какой-то логикой. Хорошо. Эту логику нужно найти, узнать, какая это логика, нажать на кнопочку «Первый конкурс», «Репетиционный», чтобы вы поняли, как это работает. Ну что, давай. Репетиция. Ох, горячая кнопочка уже. Да, понятно. Ласка, вот. Мы первые. Мы первые. Є логика. Алексеев, Алексей Потапенко, Алеша. Имена похожи. Вот, абсолютно точно. До свидания. Это классное начало. Была репетиция. Это опять вне конкурса. Да? И я думаю, что у продюсеров есть абсолютно точный шанс выровнять этот счет и уже показать, кто тут, елки-палки, хозяин. Давайте покажите нам изображение. Да, Серов, серый. Серый и Саша Грей. Ну, Грей, все серые. Значит, да. Гендальф серый, да. То серый, Серов, Серов, Саша Грей. Да. Вот я бы выбрал Сашу Грей. Абсолютно. Александр Серов, Гендальф и серый. Саша Грей. Все они серые. А ты знаешь, кто он? Ну, это порнозірка, Оля. Свята жінка, яка дала майбутнє багатьом мужчинам. Саша Грей, це дуже хороша актриса. Я всі її фільми. Я так люблю її фільми. Вона грала в фільмі «Поштар стукає два рази». Так, далі, далі, далі. Давайте далі. Ітак. Ітак. Що спільного? Михаил Боярский, Надежда Кадышева, Святослав Бакарчук, говорите. Раз, два, три. Вони не знают. Все. Борода. Какая борода? Раз, два, три.
У вас есть шанс, поехали. У него усы, у него борода и золотое кольцо. Все. Абсолютно неправильный ответ, у вас есть шанс. Да что ж так я знаю, можно мы ответим? Да. У них есть песня про воду. Не, в них всех зеленоглазые такси, твои зеленые очи и... Да, вот как я сказал, правильно. А твои зеленые глаза, называешь ты меня колдунья. Это ответили мы. У них у всех есть песня. Про зеленые глаза. Отлично, мы победили. Это мы ответили. Мы ответили. Кому бал? Кто победил? Им. Потап! Нанажимали, да? Да. Следующий вопрос. Так, все, ждем. Мы перши. Да, все сумасшедшие. Все странные люди в черном одеты. Руки-ножницы, мозги и ногу свело. Рука, нога, мозги, все части тела. Связанные с органами. Да, 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 да. Максим Покровский, ногу свело. Эдвард, руки-ножницы и группа мозги. Они все связаны с частями тела. Поехали дальше. Да. Так. Так, будь ласка, Олег, ми перші на це стули. Раз, два, три. Они все выдуманы, их не существует. Не. Что, Олег, значит, дивись, алкоголь. Да я алкоголь. Синячат. Алкоголь, дивись. Они синячат. Дивись, да, джин, у вас есть бал. Джин, шейк и вино. Да. Их всех зовут в честь алкогольного напитка. Винник 100%. Красавец, просто самая лучшая команда. Как вы это делаете? Прикольно. Кто мы супербизоны. Неплохо, хорошо. Мы все трое супербизоны. Молодцы. Итак, пятый вопрос. Так. Мы латыснули, ну понятно. Позитив и... Позитив, Ленин и Евгений, как его? Раз, два, три. Отвечайте на вопрос. Ну... Нет, вони у вас є шанс. Всіх, вони всі бухають. Значить, дивись, да. Все закладывают точно. Вони всі бухають. Да. Ну, смотри, он п'є пиво. Женя, да? Це позитив. Позитив, он завгородний. Це Женечка, він Женечка. В бані. Баня. Да. А Ленін в цьому. Мавзолеї. Мавзолеї. Це время і стекло. Ага. А это во всех время и стекло. Цей тоже лежит под стеклом. Да. А это за стеклом в руках. Они все со стеклом связаны. Стекло. Нет. Конечно. Нет. Можно мы ответим? Да. Давай. У них у всех есть Надя. Надежда Крупская, Надежда Дорофеева и Надя бежит. Ладно, хорошо. Але. Але я согласен. Версия під час і стекло согласен. Это хорошая, неплохо. Но Надя лучше. Скло в руці, скло в назві. Надежда лежить лучше. Під склом. Питання, чого нам бал не дають, а їм дають? Це питання не до нас. Наступний раунд, пожалуйста. Я розкажу вам. Їм дають, бо вони ще молоді. І гарні. Не всім, правда, не всім. А вам не дають. Бо вам уже хватить, стільки надавали, що не можете унести. Давайте посмотрим следующее изображение. Так, робокоп, менти. Прекрасно, але натиснули ми перші. Ми перші натиснули, вообще без питань. Самі. Говоріть. Ми перші. Ви перші. Отвечает мужчина. Все, всі поліцейські, всі правоохоронні органи. Та ну, що ви розказуєте? Всі об'єднують правоохоронні органи. Вони всі армяни. Які армяни, що ти мелиш? А що? Робокоп армянин. Робокоп був, Робокян. Робокян. І дядя Степа Поставян. Поставян. Все армяне. Сивермены, я куда? Тяжко с ней. Они хотят выиграть. Да. Знаешь, да? Не получится. С таким отношением к белой госпоже. Вот обращайтесь ко мне. Наша белая госпожа. Да. Наша белая госпожа. Поехали. Смотрим на экран. Понял, Притула? Понял, как она заговорила? Значить, Яма. Влад Яма, Влад Цепеш, Влада Літовченко. Влад. Всім удачі. Да. Удачі всім. Всім, просто. Нема з ким грати. Да, і цей бал пішов на це крісло. Я балоносець. Давай, поїхали.
Так. Так. Сливки, молочный... Тан, мы сказали. А мы сказали почему? Потому что это тоже молочный продукт. Ну так а мы объясним. Молодец, ты подарил. Сливки, тан, молочный. Да. Молокопродукти. Вони не сказали. Ви не сказали. Ні. Короче, Притул, ну, ми друзі, але я зараз... Наташа, давай! Ви просто вискочили, пацани. Я сказав правильно. Замовчи. Мовчу. Коли біла госпожа розговорює. Оля! Оля, ти жива, Оля! Все, я сделал все в шоу-бизнесе. Ей не тяжело, ей совсем не тяжело. Как тебя муж в дом пускает после этого? Да ужас какой-то вообще. Давайте подивимось на следующее изображение. Так. Так, жанры, ну. Значит так. Нет, раз. Жан, два, Жан, три. Тюльпан. Жан, Жанна и Жан. Жанна и... Баклажан. Короче, Жан. Меган Фокс, Логан Росомаха и Жан Рено. Все они... Значит, все они актеры. Актеры. Тварины, тварины. Машины. Меган. Меган. Все они связаны. Все они связаны с машиной. Абсолютно точно, малышечка. Послушайте. Они все связаны с машинами. Так я ж сказав. Ти сказав з тваринами. Так потім ми не закінчили, яка у тварини машини. Окей. Окей, добре. Добре, стоп. Добре, стоп. Ми ж нажали кнопку. Це повний відповідь. Я можу сказати ще точніше. Давайте ми точніше скажемо. А ну? Найточніша відповідь. Давай, кажи найточніше. Рено. Це все марки Рено. З'їв. А тепер... Нам бал. А тепер скажи, хто таточко? Ти є таточка. Татусю! А ти домінуєш. Дай сюди бал і сиди собі тихо дихай. Я дам тобі бал. Все, це кінечне предложення, точка. Точка! От следующего вопроса зависит выигрыш в следующем конкурсе. Мы уже выиграли 5-4. Потому что он последний. 5-4 мы выиграли. Не, а вдруг мы сейчас скажем? Еще есть в мене одне питання. И что, будет ничья? Якщо ти тут будеш щелкати, а не відповідати на вопросы. Что ты сказал про программу? А мені подобається. Не знаю, як вам. Мені здається, що хороша передача. Запрошуйте мене ще. Поїхали. Що за цей фон? Думайте, включайте свій мізжечок. А можна я? Так, давай. Ані, Цезарь. Наполеон. Цезарь – это салат, Наполеон – это торт, а Маргарита Спичак – кулинар. Все связано. Неправильно! Неправильно, потому что торт, салат и Маргарита, сеньор, пор фаворе, алкогольный напиток, коктейль. А ты сказала кулинар! Да. И все, и бал наш, бал наш, бал. Мы выиграли. Пацанюрин, пацанюрин. Любой может ребенка обидеть. Успокойся. Послушай, сейчас все зависит от тебя. Знаешь почему? Потому что бал в этом конкурсе я даю. И я могу как им дать, так и вам. Поэтому я жду от тебя какого-то правильного поведения. Ну я уже сказал, дивіться, у нас есть тут... Салат Цезар, у нас є торт Наполеон і у нас є коктейль Маргарита. І да, і ти должен спросити, да, моя біла госпожа? Я перепрошую, але ми, Притули, ніколи не мали ніяких госпожів. Ми, Притули, ніколи нікому нічого не винні. Хочеш віддати їм бал, та хай заслиняться.
Ми продюсери. Чекай, чекай. Чекайте, чекайте. Ми жогли. Нате вам, жогли. Нате той бал як кістку. Ми жогли ніколи в своєму житті, крім Притули, не мали більше ніяких хазяїв. І якщо Притула дає бал, я його беру. Ласкам. Подождите, ви всі там розговорите, що хочете. А подождите, ви Притули, жоли, воли, там, Могилевські. І про... А от ми, Потапи, взагалі не розуміємо, що це відбувається, Оля. Ми граємо, ми ответили на всі завдання. Єдиний раз, коли продюсери повинні чесно забрати очки у своїх подопічних. Чесно побідити. Потап, ти що, не хочеш потому з нами поділитися? Тому що в цій грі все справедливо, і ви дійсно побіждаєте в цьому конкурсі. Так, да, 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 да. І счет становиться 2-2! Ю-ху! Просто старичкам фору, дамо старичкам фору, дамо старичкам фору. Собирай тебе, не? Собирайте. Покерфейс. Главное качество профессионального артиста в любой ситуации сохранять свое лицо. Дорогие мои, сейчас мы будем играть конкурс, который называется Покерфейс, где ваши подопечные будут сохранять свое лицо. У двух из них в наушниках будет звучать вот такая музыка. А у одного будет звучать вот такая музыка. Наташа, это не ты случайно? Да, когда мне было 16. Такая себе музыка. Это игольник еще для Наташи. Вот такие звуки. Но этот один будет упорно делать вид, что он слушает песню про тетю, которая тя-тя-тя-тя-тя-тя. Похоже. Вот. Ваша задача узнать притворщика, вычислить и снять с него зарплату в этом месяце. А, поняли? Да, да, просто. Ну-ка, давайте-ка. А можно сразу снять зарплату? Начнем-ка. А, да. А сразу можно давайте снять зарплату? Давайте сначала ее начислим. Она не знает, что такое зарплата, Наташа. Ты ее 14 лет держишь. Потому что я каждый держишь месяц в группе. Каждый месяц. Ей всего 14. Она замужем, ей 14. Наташа, у тебя ничего не изменилось вообще в твоем реале. Одевайте наушники. Так. Ну, поехали. Один ну, а мы смотрим. Можно я к вам сяду? Да. Да. Так, кто врет? Ти знаєш свого того самого красавчика. Дивись, дивись, я тобі розказую. Жогло – то великий маестро перевтілень. Перевтілень. І зараз він показує всім своїм виглядом, що у нього трохи не та пісня. Тобто він танцює не в такт твоєї пісні. Значить, грає вона, бо він показує, що то не воно. Тобто треба обратно вийти з ним, так? Я зрозумів. Так, Мішель умирає від сміху, тому що, судя по цьому, вона ще врати не вміє. Мішель – це єдиний чоловік, який не вміє врати. Зачем їй шоу-бізнес, непонятно. Ну, будемо вчити дівчинку, ладно. Востокова держить Марку. Що-то сильно серйозно держить Марку. Востокова... По третьому кругу просто припев один і той же. Ага. Эта пытка закончится когда-нибудь, я молю вас. Эта песня во всех радиостанциях. Все, заканчиваем, снимаем, снимаем наушники. Снимаем наушники. Снимаем наушники! Добрый, я пущу. Так, ну что? Наш вывод, врут все. Конечно, они давно крысят от вас зарплату и давно работают подпольно. Знаєш, так робила, щоб ми подумали, що вона занадто активно натякає, і подумали, що вона бреше. Мне тоже кажется, вот. Мишель, не знаю почему, но как-то я думаю, что, не, смотри, мы хотим отгадать того человека, у которого был смех в наушниках. Да. А вот смех в наушниках, вряд ли у человека, который прикрывает свои соски наушниками. Вряд ли это было. Там просто досить бит лишился, ему лускоча за. Мне лично было совершенно очевидно, если честно, поэтому я не знаю, что вы тут сидите, вы выдумываете. А ты как думаешь? Ну, я не могу вам сказать, я лицо заинтересованное. Значит, я голосую за Мишель. Я думаю, что у Мишель было смех. Просто потому, что она стеснялась, я думал, что у Мишель был смех. Нее. Я думаю, мне кажется, что у Мишель был смех. Смех был у всех, да. Они все брали. Подождите, не все так просто. Вы говорите Мишель? Да, у Мишель был смех. Давайте мы послушаем, что было в наушниках у Мишель. Крутая! Она реально крутая! Она реально крутая, она вообще не двигалась, она просто стояла ржала. Я так хотела танцевать, так хотела свистеть! Девочка! Хорошо!
У тебя большое будущее в шоу-бизнесе. Именно такой 20 лет назад была Наташа. Давайте поаплодируем именно Насте Востоковой, потому что именно у нее в наушниках была вот эта музыка. Это музыка? Танцуйте. Ложите. Востокова, ты потрясающая актриса. Потрясающая. Вообще, она ни разу не сбилась с ритма. Да. Она ни разу не сбилась с ритма. Я следила за тем, чтобы ноги, потому что Мишель, и периодически мне казалось, что выбиваются. А я специально? Да. Я так хотела танцевать. Просто я знаю эту песню хорошо. Люблю. И счет становится 3-2 в пользу. Я вам сказал, да, пятерочки, пятерочки. Дорогие мои, не радуйтесь. Если бы эти люди не умели так виртуозно врать, притворяться, как они это делают, они бы никогда не достигли и не дошли бы туда, где они находятся. Поэтому сейчас будет мастер-класс, дорогие мои. Як треба притворяться? Ага. А сейчас я хочу объявить конкурс, в котором будут участвовать наши продюсеры. И у вас, дорогие мои, есть уникальная возможность поэкспериментировать с имиджем Оли Поляковой. У вас есть 3 моих головы. Вот. Парики, видите, румяна тут, какие-то помады. И самая немодная помада в этом сезоне. Нужно накрасить, нарядить. И, короче, всячески прочепурити, с любовью притула это сделать. Це, с любовью. Це що? Це ти будеш малювати брови і очі мені. Добре. Добре? Я понимаю, це помада. Притула. Бачиш, да. Намалюєш мені писка. Да, це парик, це все. Все понятно. Секрет в том, что наши участники оденут на себя очки. 2 из них ничего практически не будут видеть, а 1 будет видеть все, но всячески будет делать вид, чтобы ничего не бачить. Вам нужно вычислить брехуна, поймать, и, конечно, ничего вы с ним сделать не можете, потому что прав у вас нет никаких. Одеваем очки. Олька, сразу было понятно, что это твоя голова. Она внутри пустая. А то твоя юмор. Полная. Твои мозги на гастролях. Так, тихо. Мы берем голову в руки. Берем нежно, притула, поглаживая. Находим карандаш. И красим мне брови и глаза. Наташа, красивую стрелку делаем. Мне кажется, Леша увидел. Он видит. Брови. Не, Наташа может быть. Не, не, Наташа нет, она правда. Диви, диви. Боже мой. Ёлки-палки, диви, что и гарно робить. Дуже гарно. Теперь сделай мне стрелочку на очках. Да. Боже, який ты прям... А притула то художник. Беремо помаду и красимо мне рот. Дивіться, якщо, якщо я покажу свої цицьки, притула не засміється. Він їх вже бачив. Так, а решта якось відреагує. Давай, якщо вони не відреагують. Давай, 3, 4. Ляш. Що? Давай, давай. Так, він, бачите, він свідомо не хоче бачити мої цицьки. Одіваємо парик. И потом одеваем веночек. Слишком неаккуратно. Пытается сделать вид, что он видит неаккуратно. Все аккуратно одевают. Да. Боже, я красиво ты это сделал. Прям с любовью. Так кто все-таки? Либо наоборот. Либо наоборот притулок. Делает так аккуратно, что типа, чтобы мы подумали. Да, малюю трохи. Немножко теней надо добавить. Я считаю. Я це. То есть он меня не просто разукрасил, він мене вбив.
Ну и? Мне кажется, притула, потому что он делает вид, как будто он все видит. Видишь? А может быть, он реально видит? Не знаю, мне кажется, нет. А все уже, все открыли глаза? Нет, не все открыли глаза. Это круто. Ты покажи. Должен знать, где камера. Только что посмотрел на камеру, чтобы его увидеть. Мне кажется, это потап. Разверните головы. Да, покажите всем. Ну що, кажіть, хто брехун? Дівчата, дивіться, дівчата сказали дуже слушну думку, дивіться. Що Льоша подивився в камеру, прямо от він знайде камеру, от він туди подивився. Я відчуваю камеру. Він відчуває. Я чую камеру, вона їздить, чик-чик-чик, передається. Ось я бачу дівчину у червоному, помоши мені рукою. Я знаю тебе, ти такий симпатичний мужчина з гарними цицьками, з бородою. Льоша! Я думаю, що притула. Я думаю, що притула, тому що притула... Мается. Мается, молчит. Мне кажется, Леша все-таки. Но он очень спокойно себя ведет. Голосуем. Все просто. Треба голосовать. Самый красивый макияж реально сделал притула. Такое впечатление, что ты не первый раз это робишь, Сережа. Маю досвід. Маешь досвід? Так, через мои руки на новом канале пройшло много ведущих и... Всім їм робив мейкап я. Ребята, рішай. Я думаю, що нам брет мой продюсер Наталія Могилєвська. Опа! Опа! Я думаю, що Льова, Потап! Кожен думає за свого. Давайте. Ніхто не довіряє своїм. Ніхто не вірить своїм. Боже, Потап таке брехло, він стільки раз мене обманув вже. Я все рівно йому вірю. Давайте. Я за Наталью Могилевскую. Так, ты за кого? За Потапа, ты за кого? За Притулу, естественно. Кто? Сэп! Леш! Алексей Потапенко. Дорогие мои продюсеры, сейчас вы любовно берете головы в руки и идете ко мне. Тот, кто притворялся, идет красиво, а тот, кто не притворялся, идет как может. Ну, кто брехал, чтобы мы понимали? Ну, я не понимаю, ну. Притула? Смотри, смотри! Я знал, братан. Видишь, о! Притула, кто брехло, ты? Ну, а кто главное брехло на новом канале? Какие питания? Це був Притула! И продюсеры выдирают себе свой бал. И счет становится 3-3. Дуже гарно. Я, кстати, тебя так вижу. Это фильм ужасов, кошмар. Зачем ты меня так... Это жестоко. Лишко. Существует стереотип, что шоу-бизнес попадают через постель. Леша, да. Мои люди залезли к тебе в квартиру, так. И притащили сюда две кровати, через которые ты забираешь людей в шоу-бизнес. Ага. Ну что, давайте я вам объясню следующий конкурс и условия его. Я задаю вам вопросы, на которые есть только два варианта ответа. Так. В случае, если вы говорите правильный ответ, в постель к сопернику ложится персонаж, который фигурирует в вопросе. А если вы неправильно отвечаете, то в постельку к вам ложится персонаж, фигурирующий в вопросе. У кого будет больше людей в кровати, тот и проиграл. А у кого меньше, тот и выиграл. Понятно? Все наоборот. Итак, я задаю первый вопрос. Потапу. Так. В городе Збараж Тернопільской области, где родился Сергей Притула, так. Ему установили памятник. Так. При жизни. Ну. Это правда или нет?
А як він виглядає, цей пам'ятник? Ну, такий гранітний пам'ятник. А якщо я зараз не вгадаю, пам'ятник ляже... І на ньому написано «Від люблячої родини». Від близьких і однокласників. Я знаю, Сережа, він хлопець хоч куди, але мені здається, що пам'ятник нерукотворний собі поставити при житті – це трошки занадто. Але він навіть для нього. Навіть для нього. Навіть для цього самовлюбленого притули. Що казати, красавчика притули. Давайте. Красавчика притули. То це неправда. Неправда. І це правильно. І притула йде і лягає у кроватку до свого підопічного. Наконець-то! Давай! Ну что, наконец-то сбылась мечта каждого подопечного. Побывать в постели с продюсером. Вова, я поздравляю тебя. Ложись. А я скажу, что я с самого початку принял правильную позицию. Ну что ж, давайте дальше. Вова, к тебе вопрос. Так. Тина Карель. Так. Он сейчас выйдет сюда? Да, и прыгнет до тебя в кровать. Так, Тина Карель. Можешь неправильно ответить, пожалуйста. Выпустила для своих поклонников пазл на 500 деталей со своим изображением. Так. Себя луналикой. Чи це правда, чи це ні? І Лабада забрала чи ні? Якби це було правдою, я би про це десь чув, або бачив, або прочитав. Це неправда. І це правильно, тому що це неправда. Так, я знаю. Супер! О, Боже! Обман! Обман! Наташа, ты народная артистка? Нет, я всенародная. Всенародная артистка Наталья Могилевская с головой Тины Карель. Это... Самое главное не это, а знаешь что? Что? Что в это время Тина Карель без головы. Зато она с пазлом. Послушайте, это моя мечта, чтобы Полякова снимала, вот, а мы с Наташей тут с головой Тина Карель кувыркались в постели. Dream come true. Потап, к тебе вопрос. Да, я сейчас занят, извини, пожалуйста. Да, дорогой, да, я разберусь. Первый официальный гимн украинской олимпийской сборной исполнил Виталий Козловский. Козловский? Можете советовать? Как? Виталий Козловский. Виталий Козловский. У нас в стране все может быть. Да. И даже это. У нас может быть все. Ну, вообще, но Виталий Козловский, он вообще спортивный парень. Спортивный, видели, у него 9 кубов в прессах. У всех 9. 8, а у него 9. 9. Потайной, 9 еще. А в мене один. Один великий куб. Если мы сейчас ответим неправильно, то это человек с 9 кубами. Ляжет сюда? Прыгнет между нами и будет еще интереснее. Да. Мне подходит. Да или нет? Это правда. Виталий Козловский спел первый. И это правда. Он реально спел этот гимн своими прекрасними губами. І зараз Віталій Козловський прийде до нас. От Віталік симпатичний хлопець. Гей, на Мішель похожий. Мужики, у вас наконец-то в постелі баба. Вам наконец-то буде чим зайнятися. Ніколи не думала, що кажусь з двома мужчинами в постелі. Ой, ти ще з такого окажешся тут. Я казав, що рано чи пізно це трапиться. Мишель, в Боливии нет таких телевизионных передач? Вова, тебе с Мишелью вопрос. Я была маленькая. На первом курсе института доктор Комаровский торговал бахилами. Это абсолютно правда, я знаю. Бахилами? Да. Это абсолютно правда, я это знаю. И в вашей кроватке будет сейчас еще кто-то лежать. И я думаю, что это будет сам доктор Комаровский и его бахилы. Потому что это неправда. Ай-яй-яй. Сря, мне кажется, мы выиграем. Настя. Боже, хлопцы, то у вас такая красота. Скорую вызывали. Ложись. Настя. Лягай сверху на жогла. Притулочки, бахилки. Настя, не садись к нему. Не садись. Развратник, не садись. Иди на коленках.
Дуже жорстко. Ложись, ложись. Что делать? Лягай. А что, у нас интим, да? У вас интим. Мы продолжаем выигрывать. Я завелась. Вы продолжаете выигрывать. Это кто-то мне сказал, что я народная артистка. Между прочим, вас снимают. Потап, отпродюсируй меня, пожалуйста. Малышка, я тебя так сейчас раскручу, ты не понимаешь. И наше эротическое шоу продолжается. А ти не можуть ніяк собі дойти, понимаешь, місце. Ольга Фреймут в Англії работала грузчиком. Оля Фреймут в Англії работала грузчиком. Оця худа Оля. Вона грузила в одне тампончики. Вона дуже сильна така дівчина, в неї дуже така красива така ручка, в неї така спортивна. Потап, я тебе прошу. Оля Фреймут така дуже спортивна, не така як ти, Наташа. Ти що? Ну, звісно, но Оля Фреймут грузчиком в Англії не могла працювати. І якщо вона працювала, то вранньо спеціально для передачі, щоб кого-то підсадити. І, звісно ж, ми це вранньо використовували, тому що це правда. Ні. Так. Наконец-то зараз ваші кроватки буде ще хтось лежати. Фреймут! Я грузчиком працював, це опечатка. Оля, це ти? Оленька? Ложись, Оля. Наташка, по-моєму, у тебе буде нескучний вечір. Тут хоча б звісні люди знайомі. Тут Оля Фреймут в костюмі грузчика. Давайте продовжимо. Вова, до тебе питання. В начальній школі Виктор Павлик играл в постановке сказки «Белоснежка и семь гномов». А, вот он играл гнома-ворчуна. 100%. Он я думал, питание закончится. Виктор Павлик в початковой школе залишився. Да, че, ни. Да. Да. Шо, ну, это бред, гномом? Конечно, нет. Ну как нет? Конечно, им человека добавляйте. Ну, конечно, огромного. Нет. Какого ворчуна? Еще не было такой сказки, когда Виктор Павлик был в школе. Это было до революции. А, так, добре. А вот он. Опа! Єдина людина, в якої довша борода, ніж в мене сьогодні. Так, ну що, Потап, ти готовий чи ні? Я зараз, подожди, де наслажуся, не маню. Да, ми готові. Руслана. Лежечко. Лежечко. Та, яка співає «Дикі танці», дико танцює всю своє життя. Так. Вона обладательниця ордена за інтелектуальну отвагу. Що? Ми не можемо зрозуміти, що це таке, вона обладательниця цього ордена. Где это она получила такой орден? Ну что, вполне может быть. Может быть? Да, мне кажется, да. Наташа, зная твои все заслуги в украинском шоу-бизнесе, и зная то, что я получил орден от Украинской Православной Церкви, почему Руслана не могла бы? Боже, ты что? Серьезно? Это правда, я орденоносец. Ты же хочешь сказать, что ты шейхрещенный? Выйди из пентаграммы, поговорим с тобой. Вона, мені здається, дуже сміливим інтелектуалом. Тому вона володарка такого ордену. І це правильно! Молодець! Молодець, зараз на нас буде лежати. У вас же нема де лежати. Згодом ми програємо. Гей, гей, я, гей! Здорово. Я все чекаю, коли вийде якась людина і німецькою скаже, починайте. А зараз питання обережно. Я, das ist fantastisch. Alles zusammen, arbeiten. Arbeiten. Мама Потапа, это вам вопрос. Ти не підказуєш. Хорошо, тільки мало тільки не трогай. Чемпіонка міра по підводному плаванню. А чого ви не смієте? Що, вам не смішно? Є, гордість. Страшно. Страшно стало. Олексій Потапин, скажу, що займався спортом, правда? Так, водним полом, я знаю. А ти мене не питай, я взагалі за ту команду. А маму Потапа, ти знаєш?
Я тут випадково опинився в цьому ліжку. Займався ж плаванням, правда? В юності. Я не можу підказувати. Пожалуйста, підкажіть, нам уже тут тісно. Лежи там, ой, не розказуй. Ти ще не в шоу-бізнесі, а вже в кроваті видрючуєшся. Так, це правда. Да, в естафеті. Так, це правда. Да, чого ні? Двукратна. І в кровать к вашим соперникам ложиться мама Потапа. Мама? Да. Мама. А почему мне только мужчин вообще запикивают? Ой. Наташа, зная твою любовь к мужчинам, мы решили исполнить твою мечту. Сейчас при всей стране у тебя будет с тремя. А, я бы сказала с четырьмя, потому что Потап за двоих. Да. В ноябре 2017 года Оля Полякова открывает в киевском ЦУМе магазин кокошников. Это вопрос ко мне, да? Да. Ага, Полякова. Это может все что угодно. Ты должен это понимать. Ну, Полякова, давайте посоветуемся. Мама, Оля, Наташа. В ЦУМе? В ЦУМе Полякова открывает магазин. Кто бывает в ЦУМе? В центре города. Думаю, нет. А что это интересно? Потому что никто из присутствующих в зале не был в ЦУМе. Что ты, дура, продавать там, где никто не был? Логика понятна. Логика понятна. Полякова далеко не дура. Она умело косит по дуру, но она далеко не дура. Такие кокошники не пропадают зря. Теперь представьте себе человека, который покупает это. Я Полякова. А ты видел в этом инстаграме? Вот это все, что они на себе на голову. Подушки клеят. Да. Вот это все. И пою. Я думаю, да, что это ересь. Але вот это... Але правда. Она никогда с хаты ничего не выносит. Она все тягнет, как та ворона сорока. Зрозумієш, все. Я раз бачив, як в туалеті нічного клуба Катя Осадча билася з Поляковою за рулон туалетного паперу, бо і та хотіла собі на голову нахлобучити, розумієш? Я думав, що, може бути, це неправда. Якщо правда, пусть у тебе будуть хороші продажі. Неправда. Вот и дурак ты. Ребята, я хочу задать вам, кстати, Володя, тебе последний вопрос. Ну, это понятно. В одном из житомирских ресторанов в честь Олега Винника назвали салат. Царь. Цезарь. Его, между прочим, я вам открою секрет. Его, между прочим, его сумасшедшие поклонницы, которые бегают и заваливают его цветами и собственным бельем 8-го размера. Там такие женщины. 66-го року выпуска. 66-го року выпуска, да. Они его называют маэстро. Мало ли, может быть, в Житомире есть такой салат. У Львові є такий ресторан. Цей хлопчик так дригонить, что с ним происходит вообще? Полякова сверху на нем, послушай. А где твоя левая рука? Он привык видеть женщин в гробу, послушай. Это... Класс. Ну что, во? Я думаю, что это можливо. Я думаю, можливо, що це так. Але зараз хтось ще ляже зверху на мене, тому що це неправда. Це неправда. Куди ж він ляже? Там вже все. Давай, повар. Салат, маестро. І коктейль молода вовчиця. Хорошо. Молода. Припиніть це, будь ласка. Люди, якщо ви мене чуєте, припиніть це, будь ласка. Боже, що це робить не зі мною цей повар? Він мене жарить!
Припиніться, будь ласка. Жарять Полякову, а терпим ми. Що ти казав там про моє шоу? Я хотів сказати про моє шоу. Це правда. І так, виграла команда продюсерів. Да. І общий счет становиться 4-3 в пользу продюсерів. Да. Yeah. Друзья, на очереди конкурс «Кто фартовее?». Сережа, прошу. В твоей передаче тебя видно, а педана не видно. Скажи, пожалуйста, как это решалось? Вы кидали монетку или просто кинули педана? Знаешь, я бы никому не радив кидати педана, у него довгі руки. І той, хто кинув педана, він більше... Може остатися без очей. Він буде летіти і царапатись. Сейчас мы увидим, кто из вас фартовее. Продюсеры или их подопечные. У нас вот такая вот великолепная конструкция. Каждый из вас будет подходить к конструкции и засовывать туда свои прекрасные пысы. А крутани, пысы. Оль, покажи, как оно. О. Не могу, не могу. Ну что, крутануть тебе? Нет. Так вот, я иду туда, кручу тут вот баранку эту. Сколько раз прокрутилось, столько раз вам нужно крутануть ручечку. Только не вот так вот. Понимаешь? А по одному. Так, тик, тик, тик. Все. Понял, как это делается? Да. Поехали. Дальше идет Наталья Могилевская. Я фартовая. Давай, становись. Как? Вот так вот. А я шапочку не одела. Как не одела? Зачем тебе шапочка? Шапочка? Ну все в шапочке. А ты не хотела быть некрасивой. А ты будешь в кулечку. Наташа, ну там же жучки есть. Нет. Ну что я без шапочки, давайте. Как вы хотите, чтобы в Могилевской сколько было? 6. Бачишь, Наташа? Шесть. Раз. Два. Два. Три. Мама дорогая! Четыре. Пять. Та не може бути. Ну, сейчас будет. О, Боже! Здається, ворона прилітала. Час капає. Вот так і сі. Іди, моя хороша, становись на табуреточку. К деньгам, давай, Мішелька. Так. Крути. Чекай, сі. Да? Шесть. Шість. Шесть. Оля, ты опять остановила? Нет. Круты. Раз. Ну все, ее посвятили уже. Крути. Притула. Я. Я как для тебе. Отомсти ему за всех. Я сейчас отомщу. Можно я добавлю? Добавить можно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это сатана. 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 Раскольник. Иди, моя хорошая. Давай. Тебе так не повезет, это я могу точно сказать.
Востокова, бедная, боже мой, какой красивый был ребенок. 4. Вперед. С Богом. Давай. Класс. А ротик открой, не забудь. Забери чуть-чуть носик назад. Вот так, да. 4. Да. Сила. Ниндзя, ниндзя. Потап, я уверена, что сейчас твое лицо будет в чем-то белом. 5! Леша! Давай, Лешечка. Давайте по-честному, давайте, ладно. Вот так вот? Да, конечно. Что ж. Глаза только закрой! Глаза закрой! Оно не больно. Ну! Ой, похоже на клип, а-тя-тя. Ольга Юрьевна, ви розумієте, да? Я все розумію. Зараз ваше лице буде як те зоряне яйце. 6. Давайте. Скільки? 1, 6. Трошки засунь лице в цю дирочку. Коли мені Полякова каже, давай, давай, засунути. Гарненько, так, гарненько. 6 разів, так? Давай, да, щоб тако, і борода трошки, щоб залізла. Давай. Давай. Та ну заляпиш, бо. Давай, іди сюди, отак. Да, так смішно! Все, що казав Потап про цю програму, правда. І так. І так. 1. Ольга Юрьевна, а я думав, ми будемо друзями. А так? Давайте я протру вам стекло. Дякую вам всім. Ви великі молодці. Круте! Круте! Як би я не крутила, тобі буде 6. Диви. Диви. 2. Блін. Почти. Ах, ти ж фартова скотиняка. Раз, два. Настя. Давай, Настя. Настя, моє сонечко. Настя, в тебе теж 2, доча. Давай. 2? 2. І знову вся надія на це прекрасне маленьке створіння. Настя, не переживай, на вкусне. 1. 1 раз. Тепер 2. Все, уходи. Як би я не крутанула, буде 6. Диви. 4 теж нормально. Давай. Давай. Ну, давай, дядько. А губки як для Інстаграму, дивіться. Губки як для Інстаграму. Вот він третій, братан. 3.
Она уже прям вообще... Я бы дал бы 5, Серёж. Ну. Что ты там подштопаешь? Востокова. Красопета. Пета-пета. Давай, надо пить. Вишня, вишня на губах. Ну. Это не вишня, это Алексей. Это сливки, сливки на... Продюсеры всегда выигрывают, пока находятся такие дурачки, которые отдают им свои паспорта и деньги с концертов, эти люди будут шиковать. Продюсер Валентин. И со счетом 5-3 они выигрывают в этой передаче. Вас я поздравляю, а вам говорю, уходите вон из шоу-бизнеса, вам здесь не место. Это были «Зорины яйца» и я, Оля Полякова. До встречи. Весело это было, правда?